среду в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Потеплеет. Дневная температура плюс 4, плюс 6 градусов, ночью 0, минус 2. Ветер западного, юго-западного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 7 градусов, ночью минус 1. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 6, ночью 0 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре облачная погода без осадков, температура днем 4 градуса выше 0, ночью минус 2. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 61%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.